Имя дочери, вы везде подчеркиваете, что это вот еврейское имя, да, достаточно редкое. Это означает, что? Это означает львица Бога, да? Я так понимаю. Львица Бога, да. Понятно. А вот у вас Устименко Вайнштейн, двойная фамилия, это от родителей? Каким образом образовалась ваша фамилия? Это фамилия бабушки. Такая двойная прямо была? Нет, она была Вайнштейн. Вайнштейн, да. А его папы, фамилия моего дедушки Устименко. Угу. Устименко правильное ударение, да? Извините, Устименко, я неправильно ударение. Да, то есть это фамилия мамы моего папы. Угу. А папина фамилия дедушки моего Устименко. Вот в Википедии про вас написано, что вы украинский хип-хоп-певец. В Википедии много чего написано неправильно. То есть, вот давайте мы сейчас прямо разберемся, что там вообще неправильно. Да. Я вот про эту статью, мы же про одну, да, вот статью говорим. Да, это все правильно, она единственная, и, к сожалению, ничего пока что в течение уже года мы не можем сделать, не можем это удалить. Вот мы давайте прямо сейчас скажем, и может там официально, же... Да, и просто там здесь люди удалят, наверное. Достаточно размытая информация, и... Не то чтобы недостоверная, она просто взятая, высосанная с пальца. Вы покажите прямо в камеру. Да, вот эта страничка, кстати, Википедия, Джигана. Чуть-чуть еще. Вот. Угу. Вы говорите, давайте да. я что покажу, касаемо вот, информации, камеры, да. Как, где и что можно получить конкретно, угу. Это на моем официальном сайте jigan.ru, угу. Где полностью моя биография от начала до конца. Угу. Вот. Ну а какая здесь вообще дезинформация? Здесь просто такая, украинский артист. Нет, я родился в Украине, Вы родились в Одессе. Одесса это отдельная страна. Это вот вообще отдельная. Договоримся, что это даже не Украина. Даже и больше, да, будем говорить. Но не суть, а в том, что я, конечно же, в России стал артистом популярным. То есть вы российский рэпер? Потому что поете на русском или почему? Я просто артист. Я не могу себя назвать каким-то русским, понятно. Украинским. Я просто артист. Так. Гражданин я родился в Одессе, да. Угу. Остальное там просто какой-то... Вот в 11 лет вы стали заниматься спортом. Это же правильно или нет? Или вы в 10, или в 9 начали заниматься спортом? Что здесь неправильно? Точно не могу сказать, во сколько я стал заниматься спортом, но... точно не в 11, я занимался спортом во втором классе уже, это 7. Так, серебряный призер Европы по кикбоксингу, это правильно? Серебряный призер турнира, международного турнира по так, кикбоксингу Европы. Это нюанс. Да. Так, чемпион Украины по рукопашному бою. По кикбоксингу. А по кикбоксингу. То есть они все напутали здесь. Да. Про ваши дуэты это, во всяком случае, не напутали, потому что про это все знают. Достаточно дуэты, зайти в интернет. Дуэты, да, но это информация, которая она на виду, да. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».